Бытует миф, что нецензурная брань на Руси появилась с приходом монголо-татар. Однако лингвисты находят нецензурные выражения на берестяных грамотах еще за сотню лет до этого случая. Соликамцы, а вы-то в каких случаях матом ругаетесь? Очень редко, когда что-то чересчур такое происходит. Вообще стараюсь не ругаться матом. Маленький ребенок повторит ведь. Редко, но бывает. Бывает, часто бывает, но редко. А в каких случаях чаще? Сейчас не вспомню даже. Ну, ругайтесь. Ну, бывает. Никаких. Вообще никогда? Нет. А что ты используешь вместо ругательства? Цензурные слова. Это неприлично, я так думаю. Вот я выражаюсь, наверное, вот бывает, когда вот больно ударился, вот, ну, такие ситуации, вот все. Редко. А в каких случаях это бывает? Ну, если сильно выведут. Я не ругаюсь, мам. Вообще никогда? Нет. А как же ты используешь, какие выражения, когда ударилась, например? Просто блин, да блин, или капец, или больно, просто ай там. Добавлю, ученые из Кельтского университета доказали, что выкрикивание мата снижает болевой порог, а также сквернословие, только честные люди.